Привет, дружище, меня зовут Cyber Banana, и для тебя я приготовил сразу два ништяка в этом видео. Во-первых, рандомный комментарий получит 50 рублей на Kiwi кошелек. В следующем видео жди свой ник, и может быть ты заберешь эти денежки. И во-вторых, для тебя специально топ-5 one-way смоков для изи-катки. Ну что, с тебя лайк, а я начинаю. Начнем с первого ванной смока. Запихиваем свою жопу в эту щель, видим сверху точечку черную, бросаем туда смок. Кстати, ребят, мне кажется, что где-то я это уже говорил. Ну ладно, ищем засранца на меду и просто его забираем. Изи фраг для тебя, бро. Ну а это вид из глаз самого засранца. Вот этот ванной смок конкретно я увидел у Бумыча. Я считаю, что этот смок просто потрясающий, потому что Б вот так вот контролит. Но это реально изи. Спасибо тебе большое, Бумыч, мы продолжаем. Кстати, вот так выглядит из глаз непосредственно противника. Ни хрена не видно, но тебя убивает. Следующая хитрожопая фишка из ямы. Кидаешь свою вот это, то, что у тебя есть в руке. Нет, это не говно, это граната. Бросаешь ее, он как попрыгунчик от стены отскакивает. А ВП в руках. Далеко в сити ищешь снайпера и его забираешь. Вот так выглядит из глаз самого снайпера. Ни хрена не видно. И опять ты лежишь на земле. А вот эту хитро высеченную фишку придумал лично я. Да, это называется Cyber Banana. Находишь в окне вот этот уголок и правой кнопкой мыши бросаешь смок. Прыгаешь по диванчику, потом, естественно, на вот эту лампу и вдалеке... Да, это не хер с горы, нет. Это противник, ты его забираешь. Ну а теперь давайте посмотрим вид от первого лица этого бедолаги. Жалко пацана. Эту фишку я называю «щель противника», ну и либо пригоревший пукан твоего соперника. Кидаешь в конце щели чуть ниже, левее, отпускаешь кнопочку, и у тебя есть маленький просвет, чтобы забрать человека, который собирается раздиспузить твою бомбу. На, держи, забирай, отлично. А вот так, кстати, выглядит с глаз соперника. Ни хрена не видно, вообще пусто. Но это мало кого волнует, дружище. А у меня на сегодня все. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайк, жмите колокольчик, подписывайтесь и не забывайте 50 рублей рандомному комментарию. Так что пиши и жди себя в следующем видео. Ну а я пошел пилить новое годное видео. Давай, удачи, пока.